самое ценное, что есть у человека, и порой доверяет нам, врачам. И часто я говорю своим ученикам и себе, и никогда не забывая, мы должны быть надежными врачами. Мы должны быть сверхнадежными. Человек пришел своими ногами, он должен уйти. И этому надо стараться, чтобы своими ногами домой ушел. И причем ушел так, с большой благодарностью. Лежите. Нет, вот это сюда. Вот и все. Дайте два фиксирующих. Кисть виснет, болит потом. Вот нет, сюда нет. Два. Все. Лапароскопия. Вот она настоящая командная работа. Начиная с санитарки, кончая анестезиолога, реаниматолога. Мы работаем в команде. У каждого есть своя функция. Каждый делает свою работу. Как только кто-то начинает хромать, операция не получится. То есть это настоящая командная работа. Вот для меня это, вот когда оперируют великие люди, такие как Сергей Викторович, Баширов, Марат Иртаевич и другие учителя, которые у меня есть, когда они красиво оперируют, я всегда смотрю, это, наверное, все-таки искусство. Вот когда видишь два человека, два хирурга оперируют, как они руками, как они двигают, как берет, как это шьет, это искусство, которое мало кто видит его. Его видят особые зрители, это хирурги видят, врачи видят. Мы всегда ищем что-то новое. Мы тоже красиво рисуем, как рисуют художники, красиво шьем. И как ты такие видишь, я думаю, наверное, все-таки это искусство. Профессор Абатов является зачинателем и двигателем прогресса в лапароскопической хирургии нашей страны и нашего региона. Он ярый приверженец своей профессии, хирургии, и, соответственно, прививает любовь к хирургии и нам, своим ученикам, студентам, резидентам нашего вуза. Иногда он выезжает на операции в другие города, что, безусловно, говорит о его профессионализме и востребованности его как профессионала, как эксперта в области лапароскопической хирургии. Как я выбрал профессию? Это рекомендация была родителей, тех людей, которые я видел в жизни. Тогда еще время советское. В почете был врач и учитель. Я видел работы тогдашних врачей, сегодня они мои учителя, как они работали. И мне, естественно, как молодому человеку, хотелось стать врачом. Вот профессия врача – это работа интеллектуальная, работа ежедневная, работа, которая требует постоянного обновления знаний. Даже несмотря на мой возраст, не скажу, что я так в возрасте, но тем не менее я ежедневно читаю, смотрю, обновляюсь, провожу какие-то операции, у кого-то учусь. Этим меня импонирует профессия. То есть профессия, которая требует все время каких-то движений, новшеств, своих предлагаем или же чужих внедряем. Этим она хороша. То есть это работа не скучная. Это работа для тех людей, которые всегда ищут чего-то и всегда недовольны тем, что есть. Сегодня приоритеты меняются. Если вчера мы их делали через разрез, мы сегодня делаем через проколы. Лет 20 назад мы не могли думать об этом. Мы, хирурги, не только физически должны оздоравливать, мы должны духовно оздоравливать. Потому что у этих больных всегда есть и душевная боль, на которой порой бывает времени не хватает обратить на это внимание. Но если хирург считает, что сделал операцию, на этом закончил эту работу, наверное, это неправильно. То есть надо уметь беседовать с пациентами, так, успокоить пациентов, до конца концов принять улыбающего человека, потому что человек пришел, просит у тебя здоровья. Семья наша большая. Сегодня говорю, что 10 у моих родителей, у меня братьев и сестер 10 человек. У меня самого вот 4 детей, трое из которых закончили университеты, учатся, работают. И вот сын в этом году закончит. Он хочет идти по моим стопам. Что такое семья? Семья – это когда тебя понимает. Семья – когда тебя поддерживает. И порой, когда ночью прихожу, ночью сотка звонят, она не говорит, что отключи сотку. Она знает, что ночью 2 часа, 3 часа со мной она просыпается.
чай дают, встречают. Ну, это семья такая. То есть, наверное, это она, моя вот профессия стала образом для моей семьи. Менің балаларым өте бұзық болған жоқ. Өзіміздің айтқанымызды тыңдады. Соның арқасында оқуын оқиды, өзі арасында көмектеседі бізге. Олай аса бұзық болып, аса шаршатқан жоқ бізді. Осылардың жақсы оқып, ана школда тұр ғой. Бітірген мектепте бәрі бұдалар тұрды. Районда тұр. Сол бізге көп қуат береді, күш береді. Қай ата-анаға да сол балалар сондай болса, күш береді ғой. Алланда жаман болса карина, жылап отырасың дейді. Быть эгоистом – это хуже всего. Надо, что есть у тебя хорошее, надо делиться, разделять. И радость надо уметь разделять с близкими, с друзьями. Слушай, удачный день сегодня, однако, я скажу. Давно с первой попытки не забиваю. Лапароскопия – это разработка левой руки, кто правша. У меня всегда левая рука плохо разработана. А в бильярде можно играть и левой рукой. А часто тоже разработка. Ну, когда играете в бильярд, успокаивает бильярд. Игра точная. А часто немножко так интеллектуально. Особенно вот русский бильярд. О снукере я не говорю. Но самое главное успокаивает. За это определенную небольшую физическую нагрузку. И... Ну, наверное, главное общение. Можно собраться с друзьями, играть. Часто проводим турниры с друзьями. Это способ общения. Вот медицина – нет границ. Мы сегодня можем позволить пригласить японского хирурга с России, с Израиля. Приходит, делает мастер-класс. Они делятся своим знанием. Потому что это знание хирурга, которое есть, оно достояние народа. Недостояние этого человека. Потому что я считаю, и причем считаю достаточно глубоко, с малых лет, если хирург приобрел опыт, он этот опыт должен передать. Этот опыт не должен уйти с этим хирургом. И сегодня мы обучаем кадров, чтобы они умели оперировать. Когда нам, скажем, придет пенсионный возраст, или не можем стоять, или все-таки жизнь пройдет, кто-то должен ту работу дальше продолжить. Не начинать с нуля. Это самое худшее, что есть. Когда есть учитель, нет ученика, это самое, наверное, это проклятие определенного рода. Когда есть учитель, нет ученика. Наши опыты не должны уходить с нами, он должен передаваться кому-то, чтобы эти дети, ребята, мои ученики, передавали другим. То есть из поколения в поколение. Чего я достиг, чтобы они дальше пошли, дальше, чтобы была эволюция всегда. То есть этому я стремлюсь.